История эта давняя, но еще при жизни ее непосредственных участников она превратилась в легенду. Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к закату, я собственными очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Так вспоминает об этом событии главный очевидец. Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная, куда следовало за ним, и продолжало созерцать явившееся чудо. Меня зовут Никита Михалков. И приехал я сюда, в этот вечный город, в Рим, чтобы рассказать вам об одном человеке. О человеке, который изменил ход истории. Зовут его Константин Великий. «Alea iacta est», сказал когда-то Цезарь, подойдя к реке Рубикон, жребий брошен. Думал ли он тогда, что эта фраза через тысячелетия станет неким символом, обозначающим очень много, жребий брошен? Так говорили перед дуэлями, так говорили перед битвами, так говорили при разводах. Победа в битве, которая решает судьбу города, это одно. Победа политическая, которая решает судьбу страны, это другое. Но явление, которое решает судьбу человечества, как с этим быть, как относиться к этому мгновению, к этой минуте, к этой секунде. Немного свидетельств, реальных свидетельств пребывания в Риме Константина. Но что ясно абсолютно, вот здесь, у этого Мельвийского моста, произошло событие, которое стало знамением новой цивилизации. Вот здесь Константину явился крест, сияющий в небе. Не думал тогда Константин, что этот крест – это есть указующий перст Господа. На него, маленького, грешного, раздираемого страстями. Это есть перст, который возлагал на его плечи величайший крест, который он должен был нести в течение всей своей жизни до конца своих дней, с этого момента став Константином Великим.